Всем здравствуйте. Был я, в общем, на второй части полянки. Вот столько я накопал за сегодня. Думаю, около 100 килограмм, наверное, будет. И там две каких-то землянки водой наполнены. И там нашел самую главную находку. Вот он, крестик на цепочке, двоеданский. Старый. Ну, старый, потому что я думаю, с этой стороны вот у него края одинаковые. Довольно смотрятся вот кромки. А с этой стороны по-другому. Видимо, делан был как-то там вручную, не вручную, отлит или как, не знаю. Вот такая цепочка порвана была, сделана, наверное, была на руку, что ли. В общем, между двумя землянками лежал. Вот это мне больше всего, в общем, находочка понравилась. Прямо вообще. У меня один дома есть. То ли латунный, то ли какой. В общем, я пытался чистить. У меня пожелтел, он там, он сильно убитый, его на берегу озера нашел. А у этого даже читаемо там. Блин, вообще классная находка. Еще где-то монетка была. Вот всякие безделушки. Где же была монетка? Где-то монетка была 30, а вот она, 5 копеек 31 года здесь нашел. Но самое-то главное вот это. Дома его куда-нибудь приберегу. У меня вот точно такой же есть, только серебряный. Их блестит. Ну что я скажу, на старом больше написано. Гораздо больше. Дома постараюсь почистить. Вот так вот. Теперь у меня два крестика. Ну ладно, всем пока. Похвастаться, в общем, включился-то я. Этим уже особо и нечем хвастаться. Железо, оно есть железо. А вот крестик, это вообще вещь.